Привет, с вами Николай, и сегодня очень-очень насыщенный выпуск. Обязательно досмотрите его до конца, потому что он будет очень мощный. И, кстати, обязательно залетайте в описании под видео, там телеграм-канал, я туда скидываю новые игры-кликеры, это раз. Второе, прокачки, это самое важное, да, прокачки на разные актуальные и мощные игры-кликеры. И обязательно на ютубчик тоже подписывайтесь, ставьте лайк видосику и погнали. Какие темы я хочу поднять? Ну, первое, всегда, если это не детальный разбор видосика конкретного, допустим, конкретно игры Манилки, то я разбираю здесь различные новости, различные бусты, чтобы нам быстрее прокачать ту или иную таплку и получить максимальный профит. Так вот, давайте начнем с самого главного. Pixelverse, это у нас входит в топ-5 игр-кликеров таплок. У них появилась одна такая важная тема. Галочка. Как вы видите, скоро доход, галочка. Чтобы получить галочку, внимательно слушаем, обязательно нужно Daily Combo сделать. Daily Combo я скидываю в телеграм-канале, поэтому очень важно туда подписаться. Ребята, я вам гарантирую, я каждый день скидываю туда разные новые движухи, прокачки. Это поможет вам быстрее и качественно, а самое главное, вот прям актуально получать прокачки каждый день. И ежедневные награды. Забираем. Эти задания мы должны выполнить. Также вы должны выполнить. Ну, я уже выполнил, да? Это подписка на их официальный телеграм-канал. Раз. Далее, погнали. Видите, у нас здесь есть герои. Важно их прокачивать, улучшать. Бац, улучшили. И мы получаем за это прибыль. Эта прибыль потом нам воздастся. Ну, соответственно, видите, было 8,8, 8,16 стало, да, это доход наш, это наш профит, который потом будет считаться. Но чтобы получить галочку, чтобы иметь возможность получать дроп, нам нужно пройти, ну, от 20 до 30 боев за все время. Не просто за день, да, не просто за раз, а нужно просто участвовать в боях. Просто заходим рандом и погнали, деремся со всеми подряд. И драться там очень просто и понятно. Поэтому, ребята, есть новая фишка, я вам о ней рассказываю. Это очень важно. Поэтому обязательно все это сделайте. В описании, конечно, я скину ссылочку на этот проект. Он один из самых мощных и популярных, который сейчас просто говорят все. Листинг которого будет очень скоро. Раздача будет достойная. Так что, ребята, обязательно заходите, пробуйте Pixelverse. Так, дальше погнали. Ребята, я скажу то, что есть проекты. Если вы первый раз слышите вообще, что такое таплки, что такое игры-кликеры, то телеграм-канал, точнее, телеграм, он дает возможность сегодня заработать на простых действиях. Да, без всяких там сложных манипуляций, просто заходим на ссылочку, там появляется вот это play, и мы, соответственно, выполняем определенные задания. В каждой игре они свои. Здесь нужно натапать чем больше, тем лучше. Вот, допустим, пример, Mimify. И у Mimify есть главная движуха. Здесь есть буст, активировать бота, да, и бот, по сути, сам тебе майнит, 3 раза можно его взять, да. Также есть прокачки, мощные турбо можно брать. И самое основное, вот самое главное, ребят, просто поймите то, что почему нужно подписаться на мой телеграм-канал, называется Клуб Миллионеров, потому что я туда скидываю прокачки. Смотрите, вы только начали, по сути, у вас еще пока нету в этом опыта, но вы уже 4 миллиона можете получать, вводя определенный шифр. Шифр на сегодня, к примеру, да, ноги, шея, живот, голова, живот, голова, живот, голова. И вы вот так вот по экрану щелкаете, да, там голова, животик, шея, ну, у кого какой герой, туда и щелкаете, да, там, не знаю, сиськи, там, бедра, и, короче, у кого какой персонаж реально. И вот, и по сути, через 2-3 недели, если планируется, ну, я опять же говорю, да, забегая вперед, листинку этой темы, да, то сами поймите, ну, типа, вы можете заработать нормальное количество этих бонусов и потом, соответственно, начать более актуальный и более мощный движ. Поняли, да, меня? Так что, ребята, внимательно все делаем, внимательно все наводим, всю эту суету, да. Также у TapSwap. Почему важно TapSwap? Потому что появились задания, и в задании я тоже скидываю, если там какие-то новости, как прокачать, сколько можно получить, допустим, да. Бац, отлично, я скину, вы воспользовались, и мы с вами вместе заработали. Все, TapSwap тоже скоро листинг, ребят, вы что? Здесь нужно уже уши востро держать и нужно уже наводить суету. Самые главные наши проекты, да, самые мощные, тоже я о них расскажу, чтобы вы были в курсах, чтобы вы понимали, что я в
теме. Новость мне зашла, спасибо, Николай. Пример Блум. Я думаю, собираю 57 этих блумов за сколько там, за 8 часов, да, там. Нахрен мне эти, блин, 8 часов. Я могу вот эти игры, видите, билетики красненькие, 325. Я могу просто бесконечно играть. Я могу проиграть все билетики. Но за один раз я могу максимально быстро много сделать, ну, допустим, там 150-200 блумов. Это ж, по сути, выгодно, правильно? И я в последнее время, когда узнал эту новость, я очень активно начал эти все зеленые штучки ловить, соответственно, играть в эту игрушку, потому что зачем ждать 8 часов мне, соответственно, 57 блумов, если я эти блумов могу наделать намного быстрее за счет ловли этих, соответственно, маленьких листочков зелененьких, да? Так что, ребята, пользуйтесь обязательно, сжигайте свои нахрен билеты, быстрее блумов набирайте максимально, вот наманил, допустим, 170, да? И представьте, да, такую картину, если цена блума будет примерно плюс-минус как у ноткоина, 42 тысячи уже дает, ну, около 500-600 долларов. Это, опять же, ориентировочно. Я хочу, чтобы вы настраивались на прибыль, чтобы тапалки для вас были не просто какой-то отдельной, знаете, кастой, какой-то частью вашей жизни, которая непонятно, что вам даст. Нет, если относиться серьезно, качественно майнить и, соответственно, выполнять задания, делать все с душой, однозначно можно получить профит. Поэтому самые актуальные тапалки сейчас – Bloom, Hamster Combat, Pixelverse, TapSwap – они сейчас очень сильно и бурно набирают обороты, потому что грядет их листинг. Так что, ребята, обязательно, обязательно максимально залетайте, пробуйте и не думайте, что вы где-то в конце. Вы всегда можете заработать и приумножить то, что нужно. В хамстере вы тоже должны понимать, что в телеграм-канале я скидываю обязательно ежедневный шифр, комбо. Ну и, соответственно, иногда рассказываю, когда появляются новые, мощные, классные карточки, да, чтобы вы успевали за информацией и всегда были в курсе, потому что мы всегда заняты какими-то делами, это работа, дом, семья и так далее, но вот ты заходишь, допустим, на мой телеграм-канал, и ты видишь основные 5 важных тапалок, которые сейчас у нас самые актуальные, вот-вот будет листинг, у вас, по сути, с этого может получиться денежка, и вот Николай вам скидывает все важные новости, вы просто выполняете задание, уделяете этому 10-15 минут, и, по сути, у вас уже прокачка довольно-таки серьезно идет. Так что я очень рад, что вы смотрите мои видосики. Очень рад, что вы подписываетесь на канал в Ютубе, на канал в Телеграме. Я нашел уже очень мощные и актуальные проекты на сегодняшний день. Скоро я буду записывать ролики. Ссылочки тоже буду скидывать и в Телеграм-канале, и на Ютубе. Однозначно, когда будут листинги, по сути, настолько тапалки, они популярны, ну, особенно хамстер, особенно вот эти Pixelverse, да, что, ну, 200 миллионов человек в хамстере, представьте, да, это игроков. Это настолько большая база, это настолько огромный и рекордсмен по набору за неделю миллионов подписчиков в Телеграме, да, хамстер побил рекорд и вошел в книгу рекордов Гиннесса, да, это очень важно, это пипец какое достижение вообще во всем мире, да, он так сделал. И самое интересное, что, да, по сути-то листинг был всего лишь один. Вы понимаете, что, по сути, мы в начале пути, был только ноткоин, и все. И больше ничего не было, ребят, вы поймите, то, что это золотая жила. Сейчас, как минимум, возьмем за основу эти 5 проектов, прокачаем их хорошенько и начнем двигаться дальше. А дальше, как мы уже, в принципе, понимаем и знаем, у нас тут вот-вот на ходу раскачанный червь. Червя обязательно тоже заходите, пробуйте. Вот они пишут 14 дней. До чего? Ну, пока непонятно. Я сам не знаю. Они просто говорят, что будут грандиозные новости. Здесь также можно выполнять задания ежедневные, да, максимально участвовать в разных движухах. Ну, прокачивать, опять же, да, чтобы получать эти миллионы токенов. Вот. Это уже вот-вот будет, понимаете? Следом за ним Авакоин уже тут подпирает, понимаете? Авакоин, который закончил баннинг, но при этом дает нам возможность заработать, выполняя определенные задания, раз, да, подписываясь там на каналы, на разные движухи, видите? Выполняете задания, получаете бонусики. А потом можно это все застейкать и получать с этого процент. Это как вклад в банке под определенный процент, только побольше. И все, понимаете? Так что, ребята, сейчас игры, тапалки набирают обороты. Я считаю, не нужно тупить. Я еще буду снимать видосики
и не только какие-то топ-популярные и мощные, но и также драные скамные, которые мы будем выкидывать из нашего списка, чтобы у нас не было этого хлама, чтобы не было у нас, знаете, 100-200 штук тапалок, потому что, ну, на все тупо времени не хватит. Мы будем выбирать сейчас основные, как я уже рассказал, да, 5 основных самых, да, которые сейчас мы будем прокачивать. Pixel Wash, Memify, Hamster Combat, Bloom, TapSwap, Avacoin и Червяка тоже держите у себя в уме. Ну и, соответственно, следующие 10, они вот-вот будут осень и зима тоже листится. Поэтому тоже на них стоит обращать внимание. Я о них иногда в видосиках своих рассказываю. Тоже можете их посмотреть на ютубчике. Я о них рассказываю, об этих новых крутых таплаках. Я считаю, что Pocket Five, возможно, Bird, эта птичка на Тони, да, возможно, кстати, да, залетит очень хорошо. Поэтому такие, знаете, имена вроде как особо не актуальны, но часто о них уже начинают все говорить. Там 2048, это циферки собирать, там тоже довольно-таки нормальный такой серьезный проект. Ну, как, опять же, да, говорят по популярности, по развитию и так далее. Так что, по сути, у вас все есть. Для того, чтобы зарабатывать, есть все возможности. Залетайте на телеграм-канал мой, следите за новостями, прокачивайте своих героев. Дальше я буду обязательно, когда будут листинги, скидывать видосики и популярно, понятно, объяснение, описание, как вообще снимать и выводить эти денежки, как подключать кошелек и что делать дальше, чтобы вывести эти деньги на свою карточку. Так что, ребята, полезная информация, если ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мои каналы и следите за всем этим. Лето будет просто бурное. У нас есть отличная возможность заработать. Я все, что у меня получится и сделаю я, обязательно вам скину как результат. И в видосике, и в телеграм-канале своем. И вы увидите, что у меня получилось наманить, сколько я денег снял, сколько получил, что я на них купил, как развился и так далее. Так что будем сделать все вместе, заработаем свой первый миллион на крипте. С вами был Николай, пока!